Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Рады вас приветствовать! Алкария! Празднично там в финале, но первый удар по мячу делает Рустам Рамаз. Это делает Алан Асланука. Это просто мега опасный может быть момент. Это сродни опасному, может быть, тоже и штрафному, и угловому. Но тут быстрый ответ от команды из Пятигорска. Удар! Это гол! Это гол, друзья! Вот это начало финала! Арсен Цахоев! Пробивает руки блестяще играющего на этом турнире Артема Арсаева. И команда из Пятигорска очень быстрый мяч в этом финале забивает. Рустам Рамазанов нашел подключение партнера на правом фланге. Отдал великолепную передачу под удар. И оставалось дело за малым. 1-0 Нью-Хилл Сити, как и в полуфинале, открывает счет в игре. Очень, потому что исполнитель высокого класса будет опасен. Дальний удар. Ну давайте сейчас посмотрим, быстро разыграли, опять же под удар, рядом со... Дик может частенько и в нападении показать себя, сейчас еще одна подача, штрафную площадь соперника, скидка, нет, это удар даже получился в конце. Но здесь, Токарев, конечно, дает играть. Не дадут. Попытался он на Рустам Рамазанова сделать передачу, опять Зурбек Икоев, и опять будет искать своего партнера по сборной, Асланука, неудачная скидка и... Подаев с хорошим пасом, с хорошим длинным переводом, туда, штрафную площадь сопернику, скидка у Рузбиева, Камза. Что придумает? Еще передача, удар, гол! И все-таки гол! Все-таки Черкес 0-7 дожал эту ситуацию. Великолепная скидка Хабзы Зугари. И теперь он не автор важного гола, а автор наиважнейшей передачи. Позиция для удара. Но разыграть решили. Опасный Цакоев, Рамазанов, пятка. Асланука там шикарно под Катей селится. А Асланука смог идеально под этот мяч подстроиться и сыграть именно головой, а не ногами. Гаджимагомедов, центральная атака у Черкеса. Потому что это был бы автогол. Вот здесь опять выигрывают верховую борьбу высокие, мощные, габаритные защитники Нью-Хилл Сити. И попытка быстро выйти в контратаку. Заурбек Икоев хорошо переводит мяч в центр. Быстрый выход 3 в 3. Заурбек Икоев, удар! Носит ему очень хороший индивидуал. Ответить своему сопернику Демидов. Совершенно один. Передача вертикальная. Цакоев укрывает мяч своим корпусом, но вдвоем его съедают. Здесь очень хорошо. Ну что, может быть, тоже Арсен Цахоев зайдет на это здесь. Понежин рисковал и ошибается. Понежин. Татаров. Длинная передача. Гаджимагомедов. Пауза. Передача. Татаров. Гол! Это Черкес 0-7. И это 3-1. Да, Татаров просто шикарная команда Черкес 07. Да, 3-1 по такому матчу уже видится достаточно. В команде Окна БС и сейчас Черкесом 07 он выступает. В трех разных командах, действительно. Алан Асланука, как развернулся Рустам Рамазанов и... ...прежнему у команды Нью-Хилл Сити. Рустам Рамазанов пытается в падении пробить Арсае. Нету пока... седьмого игрока, и Рустам Рамазанов! Рустам Рамазанов! Вот это и как раз ситуация с отсутствием тоненького! Рустам Рамазанов к голевой передаче добавляет еще и забитый мяч. 1+1 к этому мячу. Тонкую подачу выполняет штрафную площадь соперника. Ой, это ой, даже ой. Удар за шиворот. Ничего. Цакоев. Хороший аут и удар Рамазанова. Рамазанов уже лежа, вдивлюсь. Но решили разыграть, естественно, этот мяч. Навес и Арсаев, подбор. И все, это все. Победа, победа команды Черкес 07 в этом финале.